В Лос-Анджелесе минувшей ночью тушили крупный пожар, который был виден буквально со всех концов города. Началось все во дворе крупного склада, где сгорелись деревянные поддоны, затем пламя перекинулось на стоянку автобусов. Дымом затянуло все прилегающие кварталы, а черный столб был виден за несколько километров от места ЧП. У пожарных ушло 3 часа на то, чтобы локализовать пламя. По предварительным данным, версия поджога не рассматривается. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.